Привет! Вы на канале Сергей Пилипенко. И сегодня у нас видео с лупой. И, к сожалению, мы сегодня снова уезжаем с дачи. Но в очень хорошее место. В зоопарк. Марш, подходи. Видно? Все. Вот у нас все хорошо работает. Мы отойдем. Марш, подальше. Подальше. Дальше. Все, вот тут будет достаточно места. Все, отжигаем. Ждем, вот поймали и ждем. Все, там даже дым видно. Видно хорошо. Арина, отойди, пожалуйста. А сейчас нет, и сейчас опять. А где так видно? Нет такого? Мне тут мешает концентрироваться. Работает. Ой, сысочка. Дымок. Мама, пойдем, я тебе покажу, сколько у меня там. Дымок. Обоюсь. Кто, кстати, для меня подписан, пишите свои имена. Смей, смотрите. Где смей, покажите. Вот. Видео. Ладно, Марс, да не снимайте шмеля. Шмеля все в жизни видели, у меня уже есть видео с шмелем. Продолжаем дальше наш эксперимент по интересу. Лупа уже было совместное видео, но это не то, потому что тогда мой друг не очень хорошо поджигать умел. Говорил, что прожигал елки, но это неправда, наверное. Он то, что закончился. Да, сейчас будет солнце через несколько минут. Пока что дымок еле-еле видит. Дымок пошел. У нас будет копченая палочка. Может, посмотри, сколько у меня там заряда. А, не видно, не хорошо. Видео я опубликую очень быстро. А теперь возьмем еще что-нибудь. Возьмем листочек. Посмотри, как быстро он запыхает по сравнению с палкой. А листочек вообще что-нибудь останется? Листочек это последнее, что будет вот в этом видео с линзой. Это, наверное, будет шортсом. Потому что я не хочу много. У меня заряда совсем мало. Так что, Марусь, этого, наверное, это видео хватит, а потом мы воспользуемся чужим телефоном. Да, Марусь? Да. И, к сожалению, видео про зоопарк будет примерно завтра, потому что пока я перешлю на свой телефон, это будет... Целый день длится, если видео будет крупное, а видео точно будет крупное. Все, мне кажется, от листочка ничего не останется. Только если кусочек пепла. Да. К сожалению, ничего не горит, но еще у нас лето впереди. Майские праздники. Потом 2 недели учебы и снова лето. Год учебный пронесся с огромной скоростью. Серёжа, мы увидели необычный цвет бузы коровки. Мы сейчас. Он необычный. Пошли. Серёжа, нам очень нужна. Это надо снять. Идем. Маруся все успеет запечатлеть на камеру. Скользись, у меня телефон дорогой. Смотри, Подходи. Золото именно. Желтая божья коровка. А где вы ее нашли? Она вот тут была. Тут. Хорошо. Так она будто не живая, а умерла. Да? Я знаю, что это за вид божьей коровки. Какой? Что? Пошли, короче, дальше. Она тут и за ее сюда положила. Мас, пойдем, пойдем. Я жду ветром, наверное. Пойдем сажать листочек. Да, пойдем. Это коробка и так не живает. Мне кажется, 2 года назад. 2 года назад, да. Смотрите, что у нас осталось. Это листочка. Да. Листочки нам быстро сдаются. О, смотри.
вкусный какой запах. Жаль, камера не передает запаха. Запах какой-то смолы, что ли. А теперь продолжим с листочка. Что наше видео с листочка должно быть. Смотрите, что осталось от листочка? Ничего. Смотрите, все, пепел. Обыкновенный пепел. А что с зеленым листочком? Зеленым листочком цветника. То же самое будет? Это не то же самое. Подумал у тебя. Потом покажем вам копченую веточку. Но, наверное, уже видео с зоопарком будет. Смотрите, какая копченая веточка. А потом мы после зоопарка мы поедем в Калужскую, заставим. А мы живем на даче. Собак называется «Планета обезьян». Что было, пишите в комментариях. Видео напишу, чтобы видео не для детей, чтобы вы могли писать в комментариях. Муравьи ко мне лезут. Концентрировали луч. И победили лупой всех. Муравьев не жгу. Вы это знаете. Я их не трогаю, я их люблю. Потому что муравьи тоже не виноваты. Отойди, Арина, пожалуйста. Концентрируй. Согласна, вкусная копченая палочка будет? Как думаешь, Марусь? Да. Ее даже можно будет съесть. Ладно, шучу, шучу. А божья коровка-то улетела. Коровку смогла улететь. А что, а мы забираем себе домой божью коровку? Нет. Арина, отойди, пожалуйста, пока что. Нет, не забираем. Пока что жарим палку. Ну так она тут умрет. Мы ее заберем, заберем. Кто она? Короче, Арина, отойди, пожалуйста, ты загораживаешь свет. Так она умрет. Так что заберем. Марс, ну как там, сколько? Минут? Сколько там? 7 минут. Ну хорошо, хорошо. 7 минут. Копченая палочка. Очень интересно звучит. Мы будем снять еще одно видео. Mm. Там кто мучится. Сейчас я снимаю. Кстати, Сереж. Кстати, а мы в Калужской заставим, можем оленей даже покормить. Значит, постараюсь оленей запустить. Марусь, мы с тобой две краснушки. Посмотри нас. Я снимаю видео. Марусь, мы с тобой две краснушки. А, я пришла тут с своим краснушками. Да уж, да. Марусь, держи, пожалуйста. Ладно, подписчики не засмеют. Смотрите, что у меня получается. Копченая палка уже готова почти. Она везде в точках от лупы. Мощность сегодня очень хорошая. С лупой сегодня видео. Надеюсь, не последнее. Может, тебе не надоело снимать? Надоело. Хорошо. Сейчас мы поджариваем вот эту сторону и заканчиваем видео. Стой, Марусечка. Все. С вами был Сергей Пилипенко. Всем пока и хорошего дня. Ждем видео с зоопарком.